Классно, довольно вообще. Да. Вот, значит, и в этом свете, ярком свете, который насквозь мне проходил, я видел еще один свет. Еще ярче. Намного ярче, чем этот свет. И это был Иисус. Сразу знал, что это Иисус. Короче, ладно. Он хороший, добрый, хороший, святой, вообще прекрасный. Вот, и особенно самое удивительное, это вот улыбка и, конечно, улыбка и глаза. Самое запоминаемое. Ладно, друзья, пусть Бог благословит вас, возлюбленные братья, сестры. Вот это свидетельство рассказал. Вот, аж полегчало тоже, чтобы Господь вас благословил тоже. Вот, и не желаю вам, конечно, карцера, вот, месячного, но желаю преображения. Вот, просто, наверное, як тревога, так до Бога. Действительно, порой вот тесные обстоятельства, вот были вот эти времена у нас, да, от 17-го, по еврейской традиции, от 17-го Тамуза до, значит, 9-го Ава, межтеснин, или в тесноте. И вот один из комментариев мне очень запомнился, одного из мудрецов древних, что как раз в тесноте, как вот он брал оливку, да, вот она и выдавливается, это масло, вот, и истекает из него. Вот, вот и порой Бог помещает, творец свой народ в такие тесные какие-то обстоятельства. Не потому, что мы плохие или Бог такой жестокий, нет, просто Он хочет что-то из нас выдавить, что-то из нас, вот, нас к чему-то вынудить, что-то подтолкнуть к чему-то. У меня сейчас там на квартире, на балконе поселилась семья, будем так говорить. Я приехал, три месяца отсутствовал. Вот, оказывается, голубка свела там гнездышко, а там два балкона, там, ну, балкон разделен так вот. И в одном открыто было. И, видимо, там кто потом поселялся, они не закрыли. И вот, значит, голубка сообразила, пустая площадь, балкончик, облюбовал там гнездышко какое-то себе, значит, там яичко, значит, и вот и птенчик. Короче, я там думаю, что-то не то. Раз на балкон так выглядываю, голубка такая перепуганная, видно, что, ну, в шоке мама, короче. А голубенок там уже такой же, ну, еще бестолковый, ну, такой, он смотрит там, не поймет, в чем дело, значит, тоже. Она, значит, ну, по своей голубиной такой на хитрости раз на перила и, ну, меня вроде как, ну, как вот, отвлекает. Но я же понимаю, что она пытается спасти дитя свое это. Короче, ладно, все, извините, мама, да, с ребенком живите, да, коли уже прописались, уже здесь уже, значит, вот, и теперь там водички, там, и хлебушка там, крошу там, там, короче, вот, на содержание еще мама с ребенком у меня теперь, вот. Вот, так что, и, знаете, вот, ну, про птиц как рассказывают, допустим, да, ну, про голубков не знаю, значит, но вот про таких, ну, больших таких, серьезных птиц. У нас, кстати, там есть серьезные птицы летают на Киото, вот эти вот, как, стервятник, коршун какой-то. Коршун, да. Да, летают. Сокол. Ну, какой-то, да, хищник, короче, с таким крючком там и так вот. Там, когда вылетают, все остальные в шоке птицы там улетают быстро, вот. Значит, и знаете, вот эти про эти большие птицы рассказывают, да, что когда там уже птенцы у них вырастают, они их там раз там из гнезда, опа, выталкивают. Не потому, что там да, жестокая судьба родителя, а вот именно вот, чтобы помочь ему лететь. Вот порой Господь нас выталкивает к чему-то, да, подталкивает к чему-то, чтобы мы научились чему-то летать, как-то с ним как-то, да, вот парить, чему-то научить нас. Вот, наверное, блаженные и счастливы те верующие, которые не дожидаются пинка такого какого-то от родителя, а сами выбрасываются как-то вот и начинают как-то летать. Вот, пусть Господь благословит нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сейчас продолжим. Не отключайтесь. Сейчас мы да. Просто уже вынуждены сейчас идти. Сейчас. Да. Что сейчас? Я говорю, да, сейчас я уже, наверное, буду идти. А. Стройку поставлю. Хорошо. Вы что-то будете жить, да, за час где-то? Да нет, я думаю, что и пораньше уйдем. А во сколько нужно уйти? Не, ну тут вообще, в принципе, до 11, но если как у вас. Если вам нужно дольше, без проблем. Давайте мы сейчас завершение, сейчас сделаем молитву, хорошо? Ага. И завершим.
давайте. Сегодня вечером, кто может... А, кстати, Максим, а получится ко мне на Киото подъехать? Сегодня, я думаю, нет, а может, разве что в понедельник. В понедельник тогда, да? Вечером. Вечером. Я могу сегодня. А, сегодня? Да, мы можем сегодня вечерком как раз сделать. Я заселюсь Алексей Иванович. Хорошо. Это мой любимый хостел. И потом к вам тогда. А в понедельник вечером тогда вместе встретимся. Да, хорошо. Потому что, в принципе, я там работаю, у меня может быть по работе завтра встреча в понедельник. А. Но если вдруг что, в принципе, вечером. А, братское общение, да? Да, да, да. Отлично, отлично. И мне как раз хочется тоже и по поводу вот, откровения и о плоской земле, там многие там вопросы, других там всяких таких вот интересных очень даже таких, такие остренькие темы возьмем, хорошо? Потому что за эти месяцы тоже куча информации, мне, кстати, Алексей Иванович тоже высылал кое-что. Я видел. Интересные моменты высылал тоже мне. Вот, так что интересно, думаю, осветить это все надо тоже. Сейчас, секундочку, еще буквально, давайте сделаем последнее сейчас такое включение, короткое. Братское, да? Да, молитва. Завершим сейчас молитвой. Вот. И, знаете, молитва моя сегодня о чем? Вот. Господь да благословит нас. Личное преображение, конечно... Чаще всего наше преображение происходит без такого экстрима. Вот, и без таких внешних каких-то таких, вот таких проявлений. Чаще всего оно происходит по-разному в жизни разных людей. Мы все разные, и души наши очень разные на самом деле. Вот, и похожие, с одной стороны, с другой стороны, каждая душа для нас потемки на самом деле. Потому что ну, лишь Бог знает каждого из нас, наши сердца, мы лишь можем узнавать друг друга каким образом, да, вот смотрим на лицо, да, на жестикуляцию, на поступки какие-то, да, допустим, человека, на его слова, мы можем делать какие-то заключения для себя, порой правильные, порой неправильные заключения, умозаключения, да, порой люди, порой даже, казалось бы, ну, такие уже, их не проведешь, и то, обманываются и говорят, надо же, а я думал, что человек такой-то порядочный, допустим, да, а он, ну, как-то кидал его там или что-то еще там. Или, допустим, наоборот, кажется, непорядочный человек, а время показало, оказывается, другой совсем. Вот, порой мы живем, вот, мы вот с супругой 30 лет вместе, да, значит, за эти годы, вот, кажется, уже знаем друг друга хорошо, а все равно что-то новое, что-то узнаешь. Вот, это, представляете, о вечности, да, а Бог нас создал всех как вечные. Мы люди для вечности созданы, из вечности и для вечности. И вот момент преображения, поэтому у нас у каждого из нас происходит совершенно по-разному. Я тоже стал замечать такие вещи. Вот, у кого-то это происходит через какое-то, вот, ну, мы как разные же души, да, через какое-то действие, да. У кого-то это в безмолвии, у кого-то это в таком активной, такой бурной деятельности и каких-то там речах. Там. Мы молимся все по-разному. Кто-то молится там, ну, не знаю, там, на языках больше, допустим, кто-то молится там, одним словом по-разному все, даже повторять не те же слова. Вот, и у Бога для каждого из нас есть какой-то особый секрет, для каждого из нас. Я молюсь сейчас о том, чтобы Господь, Он благословил нас в эти дни. Коль тема преображения, да, и всю неделю будет тема преображения, и следующее воскресенье как раз тоже будет тема преображения, продолжим мы. Вот, и до следующего понедельника даже тема преображения. Вот, и я думаю, что во Львове как раз кто со Львова, то в понедельник, даст Бог, через понедельник, получается, 26-го, буду уже, получается, да, во Львове, и как раз мы завершение преображения как раз и проведем тоже совместно что-то такое молитвенное, да? Какое-то собрание будет такое. Может, домашнее, соберемся на домашнее собрание, может быть. Вот, и вот интересно, что давайте вот на протяжении этого времени, этой недели, да, вот, молиться о личном индивидуальном преображении. Знаете, порой мы замечаем так, что какие-то вещи раньше нравились, а они вдруг не нравятся. И притом это происходит настолько удивительно, что как-то естественно, само собой. Начинаешь бороться с чем-то, да, вот замечал каждый, наверное, из нас, да, начинаешь с чем-то бороться, с каким-то, допустим, качеством нехорошим своим, да,
это качество, это зло еще злее становится. Uh-huh. Вот. Но самое интересное, как только отвлекаешься от этого качества, от этого греха, от этой проблемы, и взираешь на Христа, и забываешься в нем, в его благодати, это решается само собой. И уже враг уже не такой уже агрессивный, и это зло, оно не такое уже злое становится. Так интересно. Вот я заметил такой момент, когда взираешь на Христа, вот это преображение происходит. То есть он такой он. Действительно, он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Просто неверующие этого не знают, а верующие это должны знать, понимать, что он этот свет, просвещающий нас. Погружаемся в него, в нашего Господа. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя и за тех, кто сейчас онлайн, за тех, кто сейчас подключился, и за тех, кто здесь присутствует сейчас, за всех братьев и сестер. Благодарю тебя. Да и за всех, Боже, сейчас, потому что сегодняшний день и все эти дни в разных церквях собрания различные происходят. Так или иначе, тема преображения, она либо проскальзывает, либо центральной становится в собраниях. Боже, пусть Господь действительно совершается чудо преображения наших судеб, нашей жизни. От славы в славу, от силы в силу. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Благослови. И не только наших душ, и наши тела также способны к этому преображению. И исцеление, что это как не элемент преображения, не элемент какого-то чуда этого, действительно, твоего. Спасибо тебе, Господь. Благослови нас во имя Иисуса Христа. И этот свет твой, который в нас, верующих, он через нас, он в нас делает источником воды, текущей в жизнь вечную, источником света. Потому что ты называешь нас поэтому светом этому миру также, Господь, этой земле. Спасибо тебе. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама, Исаака и Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое. Благослови нас, распусти сейчас миром, Боже, и в эти дни, Боже, помогай, Господь, нам в молитве углубляться в эту тему, Господь, преображения, личного, индивидуального преображения, преображения семей наших, церквей, общин, преображение всего тела Твоего, церкви Твоей, которая столб утверждения истины на этой земле. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И в следующее воскресенье тогда тоже хочу как раз вот в таком качестве собора поговорить, о котором отец Максим как раз сегодня сказал, да, что, значит, собор еще не просто собрание, да, а именно как вот собраться и порешать о планах на будущее. Вот именно о планах на будущее церковных поговорим. Пусть Бог благословит вас. Аминь. 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 Аллилуйя. Да, сейчас слышу. Да, да, слава Богу. Так, подключаем тогда. Кажется, вы так говорили, что не смотри на себя, усомнишься, не смотри на других, соблазнишься, а смотри на Христа, укрепишься. О, вот. О, слава Богу. Так раз, хорошее слово. Еще раз, как там, не смотри... Не смотри на себя, усомнишься, не смотри на других, соблазнишься, а смотри на Христа, укрепишься. Аминь, аминь.